Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы с вами посетим сказочное место, единственную деревню сирийских алавитов в Израиле. Въезд в Аджар потрясает воображение. Чистота, тротуары и клумбы с цветами, площадь с фонтанами и табличка на трех языках «Добро пожаловать в деревню Аджар». Деревенские дома представляют собой двух- или трехэтажные виллы, многие из которых очень ярко окрашены. Всем разрешено строить, как им заблагорассудится. Алавиты – это таинственное ответвление мусульманской религии, проповедующее любовь к ближнему, невзирая на веру, ведь Бог един. Как это здорово! В их городском саду мира одновременно уживается меч пророка Али, еврейская книга Тора, а также святая Мария, мать Иисуса Христа. И бомбоубежище в этом саду выглядит как прекрасный домик, покрытый мозаикой и картинами. А досталось этой деревне очень сильно, причем от родных же братьев, от Сирии и от Ливана. Правда, стреляли они по Израилю, но попадали к алавитам. Кстати, ни Сирия, ни Ливан не хотели эту деревню обратно. А он вообще разделил Аджар на две части – жителям удалось отстоять свою независимость и неприкосновенность. А за забором ливанская деревня Вазия, в переводе «параллельная», а также прекрасный вид на реку Хацбани. А начиналась деревня с 360 человек, теперь их около 3000, и у каждого жителя этой деревни израильский паспорт. Все эти годы они жили в изоляции под защитой страны. Недавно Израиль снял блокпост, и оказалось, что в деревне проживают на этот момент 70 учителей, 30 врачей, 1 профессор, 60 адвокатов, и 60% жителей имеют первую степень. Вот эта деревня. Да, деревня шикарная. А этот симпатичный домик и есть бомбоубежище. Это символ мусульман, меч Али. Дальше мы видим святую Марию. А это минора, иудейский символ.
И все эти символы спокойно уживаются в одном месте, в саду мира. Сказочная деревня, и нет ни тюрем, ни полиции. В этой деревне идеальная чистота, доброжелательные и улыбчивые местные жители, прекрасные памятники и фонтаны. А на противоположной стороне границы есть такая же деревня, но ливанская. Казалось бы, такая, да не такая. В ней нет столько красок, цветов и фонтанов. Нет там и профессоров, и учителей. Только мечеть присутствует. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Будем путешествовать вместе. Я всем желаю мира, счастья и добра. Будьте здоровы, берегите себя. До новых встреч всем. Пока-пока.